В Соединенных Штатах Америки выборы президента. Граждане страны определяют, кто ближайшие четыре года будет отвечать за внешнюю и внутреннюю политику. Республиканец Дональд Трамп или демократ Камала Харрис. Первыми открылись участки на восточном побережье в 5 утра, это 12.00 по Киеву. Учитывая количество часовых поясов США, день голосования продлится целых 20 часов. Последними закроются участки на Гавайях и большей части Аляски. В столице Украины будет уже 7 утра 6 ноября. Также американцы голосовали и досрочно, как на участках, так и по почте. Такой возможностью воспользовались около 83 миллионов граждан США. Есть уже и первые результаты выборов по традиции, которая уже 64 года, поселок, поселок диксвилл Ночью в штате Нью-Гэмпшир голосует первым в стране. Участок открывается в полночь. По переписи 2010 года население общины составляет всего 12 человек, однако пока проголосовала лишь половина из них. Трамп и Харрис получили по три голоса, так что пока что ничья. Судьба президентских выборов фактически решается в семи из 50 штатов США. Их принято называть колеблющимися, ведь только в них между двумя кандидатами наблюдается настоящая конкуренция. В остальных регионах Америки, судя по социологическим данным, результаты выборов практически предопределены. В этом году все будет решаться в Мичигане, Пенсильвании, Винсконсине, Аризоне, Джорджии, Неваде и Северной Каролине. Согласно анализу опросов New York Times, во всех семи штатах, где идет борьба, наблюдается примерно равное соотношение голосов. Понимая, насколько важны голоса именно там, Харрис и Трамп в последний день кампании провели агитационные митинги именно в одном из колеблющихся штатов – Пенсильвании.